оценили, но знают, что их место повыше. Но они там уже были и, конечно, постараются вернуться. Ди Мария. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Пересек мяч боковую линию. Альбиоль Тортахада. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ди Мария бьет головой выше ворот. Карасо. Мертенс. Пас на ход может быть интересно. Удар. Мяч за пределами поля, угловой. Ну что, вместо подачи тут пошел короткий пас. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Штанга! Хороший вынос мяча из штрафной. Повезло сопернику, конечно. Здорово он пробил, но попал в штангу. Суарес. Рамос. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Пас за пасом следует, много передач и владения мячом. Они показывают, что умеют с ним обращаться. Альбиоль Тортахада. Плохо сыграно, мяч потерян. Включается в центр. Карасо! Мяч уходит на угловую. И прямо в центр штрафной мяч летит. Мяч перехвачен. Плохо сыграно. Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону. Грамотный пас. Все по делу. Альбиоль Тортахан. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Может получиться интересная атака. Паштуш Пимпаре. Есть удар! Отличный сейв вратаря. Месси. Мяч достается сопернику. Тут явно не ожидал такого подарка. Невнятный пас получился, и мяч уходит за боковую. Рамос. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Суарес. Все верно, края надо чаще задействовать. Штрафной будет. В таких нерасторопных действиях гостей болельщики хозяев видят злой умысел и требуют от судьи принять меры. Если гости и дальше так будут оборонять ничью, судья вполне может усмотреть в этом задержку времени. Мяч вперед идет к чужим воротам. Подача! Чей мяч будет? Защита первая на мяче. Вынос.
Навес находит вратаря. Вряд ли так было задумано. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный переход. Месси. Карасо. Хороший обод. И это удар! Во время главного оборона должна действовать очень слаженно. Мяч летит в центр штрафной. Это угловой удар. Мяч летит в центр штрафной. Месси! Судья показывает на угол поля. В центр штрафной мяч направлен. Подача, и мяч летит прямо к вратарю. Мертенс. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Рамос. Маркизио. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Рамос. Пайе. Смотрим за атакой, стремительно она развивается. Мертенс. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Терпеливо ждут они своего шанса. Лапорт. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Опасно здесь может быть. Конец первого тайма. Счет не открыт. 0-0. Начинают второй тайм команды. Напрашивался этот пас. Грубый отбор. За это желтое может быть. И желтое в руках у арбитра. Опасно подать в штрафную именно отсюда. На коротке разыграно. И правильно, долой мяч из штрафной. А если бы вратарь сейчас не попал по мячу, что бы было? Карасо. Паштуш Пимпаре. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Хорошо увидел партнера впереди. Несогласованные действия в атаке и в результате офсайд в момент передачи.
Неудачная передача, мяч прямо в ноги сопернику отправился. Паштуш Пимпаре. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Будет штрафной удар. Альбиоль Тортахан. Есть свободная зона перед игроком на фланге. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Лапорт. Карасо. Пае. Пас на ход, может быть интересно. Ну, не смогли придумать продолжение в этой атаке и потеряли мяч. Карасо. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Ди Мария. Без всяких проблем мяч вратарь забирается. Карасо. Лапорт. К вратарю мяч прилетит, слишком сильная передача. Но вне игры оказывается атакующий игрок. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Пае. Уверенно сыграл на перехват. Такого стандарта вполне можно добиться успеха. Отличная у него есть возможность, чтобы вывести команду вперед. Теперь игра оживится. 1-0. Сейчас будет веселее. Месси. Паштуш Пимпаре. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Карасо. Суарес. Пае. Маркизио. Такие передачи придают атакам остроты. Очень хорошо друг друга партнеры чувствуют. Игра в пас просто на высоте. Да, и глаз радуется, что, к сожалению, в наше время нет. Откровенно плохой навес. Вратарь легко завладел мячом. Вот. Навязывают ему борьбу. Потеря, все, в оборону. Мяч перехвачен, шанс организовать собственную атаку. Теряет атака мяч, в штрафной вынос. Лапорт. Карасо. Много еще играть, 10 минут. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адреса. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Карасо. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону.
Сиригу. Рамос. Суарес. Трибуны во... Есть игрок впереди. Пройдет передача. Тут может быть опасно. Угловой приятный бонус, когда ты и так ведешь счет. И вот место подачи, розыгрыш углового. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Не утихают сегодня страсти на поле, сдают нервы у игрока, и промахивается он из выгоднейшего положения. Да, ведь сразу видно, что удары у этого парня поставлены. Партнеры доверяют, но не достает самой малости. Попасть в створ ворот и промахнуться мимо вратаря. Хорошее оборонительное действие, и кто первым успеет к этому мячу. 2 минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Последняя минута второго тайма. Видит игрока впереди. Пас на корт, может быть интересно. Чуть-чуть поторопился игрок и попал в офсайд. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Решать тут нужно. И есть гол. Воспользовался он своим моментом. Похоже, ставит он точку в этом матче. Очень комфортное преимущество теперь у них. И времени почти не остается. Здрасте, пожалуйста. Согласен, форвард сейчас просто взял и съел защитника. Счет 2-0, укрепила команда свое преимущество. Игра закончена. Начало сезона лучше не придумаешь. 3 очка в первой же игре – то, что нужно, чтобы настроить команду на ударный сезон. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Ди Мария бьет головой выше ворот. Месси. Судья показывает на угол поля. Желтая в руках у арбитра. Можно выходить вперед, бей! Гол! Открывают они счет наконец-то. Ну теперь игра оживилась.
1-0. Сейчас будет веселее. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Вот может быть опасно. Угловой приятный бонус, когда ты и так ведешь счет. В штрафную, там есть кому сыграть. Не утихают сегодня страсти на поле, сдают нервы у игрока и промахивают. Решать тут нужно. И есть гол. Воспользовался он своим моментом. Похоже, ставит он точку в этом матче. Очень комфортное преимущество теперь у них, и времени почти не остается.